В 2012 году в России появилась традиция отмечать День зимних видов спорта. В этом году праздник посвящен 5-й юбилейной годовщине Олимпийских игр в Сочи. Я занимаюсь фигурным катанием с 5,5 лет. Я занимаюсь 3 года. Фигурным катанием занимаюсь очень классно. Я ездил в Москву на подкатке к знаменитому тренеру. В воскресенье 10 февраля в районе ледовой арены на Алроса собрались самые активные любители лыж, коньков и других зимних забав. Каждый из этого праздника сегодня извлечет свою пользу. Кто-то просто хорошо проведет время, кто-то заработает призы, которые любезно предоставил Олимпийский комитет, а кто-то, может быть, серьезно задумается о том, чтобы действительно стать участником Олимпийских игр. Дети и взрослые охотно участвовали в эстафетах, которые отлично развивают ловкость, меткость и координацию.